Суд кассационной инстанции вынес решение, фактически я считаю, что суть данного решения не изменила частное определение, которое было вынесено в отношении прокурора Саратовской области Филипенко Сергея Владимировича. Данным решением лишь было исключено, что на прокурора Филипенко Сергея Владимировича возлагалось проведение проверки в порядке статьи 144 и 145 Уголовно-процессуального кодекса в отношении сотрудников прокуратуры, участвующих в деле Дмитрия Рубинштейна, а также сотрудников полиции. Во всем остальном кассационное решение оставило частное определение без изменений. Вы удовлетворены подобным решением? Да, я удовлетворен данным решением. Ну, в общем, исходя из результатов, общей картины, я больше всего доволен, чем недоволен всем, что сегодня было вынесено. Ну и так как моего защитника тоже это удовлетворяет, я думаю, все желаемо получилось. Сейчас ваша жизнь как-то изменялась? Что сейчас происходит? Ну, на самом деле, после того, что произошло в моей жизни, есть определенные последствия, там, с утерей работы, которую, ну, не хотелось бы на тот момент терять. И, ну, в принципе, жизнь стала посложнее определенно из-за того, что произошло в последние события. Ну, надеюсь, дальше будет все лучше и лучше. Мы добьемся справедливости, и время покажет.